Сегодня сразу в двух районах Красноярска открылись новые общественные приемные партии ЛДПР. Для пришедших организовали концерт, детям подарили воздушные шары, а взрослых накормили пловом. Репортаж с открытия смотрите прямо сейчас. Церемония открытия проходит по всем канонам. Красная лента, подарки, концерт и праздничный торт в честь дня рождения лидера партии Владимира Жириновского. Угощали пришедших горячим пловом, а самых маленьких гостей – сладкой ватой. На открытие нового отделения в Кировском районе пришли десятки человек. Теперь у красноярцев появилась возможность в любое время обратиться к членам депутатского корпуса ЛДПР и активистам партии за помощью и советом. Постоянно в приемной будет находиться один сотрудник. Работа будет проводиться ежедневная, и по необходимости будут принимать помощники депутата Государственной Думы, сами депутаты законодательного собрания, и периодически будет депутат Государственной Думы принимать все обращения. Всем пришедшим вручили памятные подарки с символикой партии, а сразу после всех праздничных мероприятий с людьми начали работу специалисты приемной ЛДПР. Так, ваши данные здесь где? Давайте, конечно, как мы будем отвечать? Вопросы у людей разные. Кто-то устал жаловаться в управляющую компанию на неисправный кран, у кого-то отобрали земельный участок или лишили законных льгот. Но чаще всего, по словам народных избранников, люди обращаются по вопросам жилищно-коммунальной сферы. У депутата законодательного собрания Александра Глескова за полгода работы его приемной почти 500 жалоб от жителей города и края. Делаем все, чтобы людям было удобнее. Всех людей будем принимать, выслушивать. После этого будут специалисты, юристы обрабатывать все жалобы, обращения, готовить депутатские запросы, готовить законопроекты. Никто без внимания не останется. В первый же день открытия в новые приемные поступили десятки обращений от красноярцев. Месяц координаторы партии ожидают не меньше 150 жалоб. Отделение будет работать в будние дни с 9 утра и до 6 часов вечера. Если поток людей будет больше ожидаемого, приемные откроют двери и в выходные. Вторая общественная приемная открылась в Советском районе в торгово-развлекательном центре «Ньютон». Часы работы те же, что и в Кировском районе. А вот вопросы здесь будут решать преимущественно направленные на жилищно-коммунальное хозяйство. Всего в крае сейчас 14 общественных приемных партий. В городе 4. В ближайших планах ЛДПР открыть еще одно отделение в Ленинском районе. Юлия Чупрова, Сергей Раков, 7 канал.